контролирует этот процесс. Я знаю, что Азату передаются передачки. Уважаемые граждане! И, собственно, ваши действия согласованы с органами исполнительной власти. Просьба разойтись. Другие общественные организации держат это дело под контролем. Я думаю, Азат, конечно, не останется один. Мы ходим на суды. Уважаемые граждане, следующий суд, который будет доступен. Ваши действия не согласованы будем с органами исполнительной власти. Что просьба разойтись. Противного случая его будете задержаны. Дело совершенно сфальсифицировано и сфабриковано. Надо поддерживать. Коллеги, еще есть напомните, пожалуйста, факультет. Уважаемые граждане, ваши действия не согласованы с органами исполнительной власти. Просьба разойтись. Я журналист. Не мешайте, 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 не